Ехали мы на железнодорожный вокзал Маргал. Сегодня у нас уходит поезд. Уезжаем мы сегодня в Дели. Приехали сильно заранее, за 3 часа. Потому что в Индии может случиться всякое. Может такси забронированное не приехать. Может быть дорога перекрыта. Короче, мы приехали заранее. И сейчас идем в сторону торгового центра. Здесь еще есть торговый центр. У девчонок нет воды. Ну и хотелось бы, наверное, что-то перекусить. Пожарная станция здесь. В 15:40 прибывает наш поезд. Вот такая вот разблюдовочка вагонов. Уже наш поезд перекрылся, сейчас нам его покажут. Вроде бы на эту станцию, точнее на эту станцию точно, вроде бы на эту платформу. Народу уже, конечно, очень много. Надеюсь, что они не все едут в наш поезд, хотя, может быть, и все. Смотрите, вот здесь вот написано, вот уже сказали, 01, платформа 01. Надеюсь, это наша платформа, где мы сейчас находимся. Сходили мы в магазин, который оказался гипермаркетом всего, кроме еды. Достаточно удобно. Удобный вокзал, мало, правда, сидячих мест. У нас вагон С4, и вот эти квадратики, это как раз вот отметки на станции. 14, 13, 12, 11, 10. У нас 10. Вот С4. Номер 10. Люблю поезда в Азии. И в Индии теперь люблю. За то, что можно вот так вот поездить. Смотрите. Наш вагончик слипер С4. Всем привет. Туалеты. И вот так выглядит сам вагон. Ну вот это отгороженное купе, естественно, это наше купе. Как вы сами понимаете. Опа. А вот и мы. Андрюха уже отрывается на 3-й полке. Мы находимся с рядом с запасным выходом. Вот эта вот решеточка поднимается. Вот, так что, если что, мы сразу убежим. 3 полки здесь. Мы тут уже все протерли, все почистили. Вентиляторы. Вот. Зеркальце зачем-то. Привет! Кипятится у меня чайничек. Вообще. И вот работающая розеточка. А еще вот надо пробить туалет. Так, мне девочка. Куда ты хочешь, чтобы я рюкзак взяла? Мне девочка, дом кинула, скинула, А, то есть это не ее? Вот этот дом, который мы все видели сегодня. Да. Вот мы все ей написали. Да, Вот такие.
Какая-то заброшенная остановка, заброшенный полустанок. Кто-то садится, кто-то выходит. Едем по горам. Красивейшие виды. Проезжаем водопады под водопадами.